Сердце злато летит только на смене, никого никогда не любя. Жил без светлых исканий и цели, никого никогда не любя. Жил без светлых исканий и цели, но ты в сердце мое постучал. Я открыл, наступило прозрение, ты как блудного сына встречал. Все прощая мои согрешения, ты как блудного сына встречал. Поближе садись, чтоб петь-то удобно было. Все прощая мои согрешения, не сдержал благодарных я слез. Свою душу Христу посвящая, не узнал я, как любит Христос. Как пришедших к Нему Он прощает, и узнал я, как любит Христос. Как пришедших к Нему Он прощает. Я любви недостоин твоей, недостоин твоей благодати. Сколько лет, сколько солнечных дней я блуждал без тебя, мой Создатель. Сколько лет, сколько солнечных дней я блуждал без тебя, мой Создатель. Последний призыв, 375. Последний призыв раздается еще. О, грешник беспечный, что медлишь ты все? Спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает Его благодать. А вы, сестры, подпевайте. Вам интересно будет посуду чистить. Звучал для тебя. Приди же скорее принять зов Христа, зов Христа. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души утешение нашел. Через проповедь пение зовет он, приди, все ждешь тебя, но ты не пишите. Последний призыв прозвучал для тебя. Спеши же сегодня принять зов Христа, зов Христа. Собрание окончено, стало темно, и замерли звуки призыва давно, а в сердце Спаситель стучится и ждет. Открой же ему, или скоро уйдет. Последний призыв прозвучал для тебя. Спеши же скорее принять зов Христа, зов Христа. Коль любишь ты жизнь, удаляйся от зла. Союза Христом заключи навсегда. Иисуса сегодня принять поспеши. Призыву последнему чутко внемли. Последний призыв прозвучал для тебя. Спеши же скорее принять зов Христа, зов Христа. Все, пол стола уже чистый, перемещайтесь. У нас время сегодня меньше. Ограничено, да? А кто у нас в храм хочет отвезти? Попутно Надежда Васильевна можно взять было бы. Сейчас уже надо. А? Или пяти? Пяти. Пяти? Пяти. Сергей поедет. Ты же поедешь? Ну вот и все. Я могу заехать. Женя поедет. Конечно. Я могу завтра заехать. Кто? Я заеду. А обратно привезешь? Да.
Тогда Надежду Васильевну взять надо, а то она не дойдет. Только не к Пете. Я так вот добегу, нужды нету. Попозже. Евангелие, Володя, дай. Надо сказать. Сережа. Крепко держите, не пролейте воду. Это будет очень и очень большое дело. Весь линолеум, все надо будет отрывать. Ну, батюшка. А где батюшка-то? Там? Ну ладно. Все. Фотографируйте, причесывайте. Ну, причесывайте. Это сними волос, это лишнее. Зачем они тебе нужны? Грязь-то держать. Скажи. Я сказала. Сколько? Я иногда по сотни раз говорю, добиваюсь. Потом, потому все, что... Все. Ко мне не надо. Мама... Туда иди. Начинай работать с людьми. Да. Подскажи, что не нужно там. Дам денег, купить. Скажись, моя до последнего рубля. И никто не запретит. Ты сегодня у нас главный. Убирающий. О, молодцы, где они? Так, начинайте молиться за стол. За занятие. Камеру включить. А что так долго, это непонятно. Сидел, ничего не делал. А что, дело сломалось, да, вот? Сломалось. А что, ты тогда скучно так вообще? Все, молитесь за занятие. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде